Твери в полном объеме восстановили движение транспорта по Волоколамскому путепроводу. Там завершились работы по ремонту деформационных швов, которые обеспечат безопасность и долговечность конструкции. Напомним, 25 сентября подрядная организация приступила к работам. Они проходили в два этапа. Движение транспорта при этом поочередно ограничивали по правой и левой стороне виадука. Сейчас подрядчик выполняет на Волоколамском путепроводе демонтаж дорожных знаков и временных технических средств организации движения.